Ой, у нас сегодня тут в городе такая тусовка. Сказать, что это просто массово, не сказать ничего. Я отошла уже в сторону. Перекрыт центр. Столы вот и в парк даже выдвинули, и на дороге, поскольку движения нет. На два места, поскольку движение перекрыли. Надо искать парковку, объезжать. Пробки люди не ожидали. Ну, там некоторые туристы. Мат через мат, разборки. Ага, здесь все-таки поет этот парень. Короче, так, сейчас я пройду, доскажу чуть-чуть. А, кстати, я думала, поет вживую парень, а вроде какой-то диджей сегодня. Или, не знаю, может, этот месяц. Просто я уже снимала, как здесь один классный тут отрывался, молодой человек. Короче, что хотела, да, рассказать. Неделя рыбацкая. И очень многие приезжают именно на эти дни сюда, в город. Потому что рыба свежая, кальмары, всякие там ракушки, козявки. Не сказать, что этого нет в течение года. Блин, я думала, здесь будет поспокойнее, такая музыка. Прям орёт. Знаете, каявки дальше. И содержание хорошее. Утром тоже бывают какие-то там местные деликатесы. Потом программа, музыка. Потом бывает заплыв старинных лодок. А вечером вот такая вот тусовка, массовка. Но в принципе это получается уже последний такой рывок туристический. Последний массовый движ. После 15 августа. Значит, 15 это церковный праздник. Что это за инопланетяне там что-то? А, размазывать просто непонятно было. Короче, вот сейчас пройдет эта неделя рыбацкая. И все. Хорошо, что нам продлили школу на неделю, не второго. Второго мы только получаем учебники опять. Идем у нас в городе. А вот с 9-го школа. Потому что если бы нам не продлили, это был бы дурдом. У нас ведь до сих пор ночью 30-31, ну сегодня 29. Спустилась чуть-чуть местами температура. Вот такой вот движ активности. Где-то еще полные апартаменты туристов. И весело не только в городе, но и во всяких виллах, да, апартаментах. Это мы просто уже, наверное, двинулись еще и школу в это все запихать. Что еще хотела сказать. Ну вот люди отрываются, едят, пьют. Все хорошо. До 12 это все дело сегодня. И каждый день, в общем-то, будет. Мы раньше как-то брали, покупали все эти кальмары, креветки, все эти штучки. Не знаю, наверное, уже и перенасытились. В принципе, раньше, знаете, как ради интереса, какие-то ярмарки тоже участвовали. Берег. Блин, все, днем не могу зайти. Вот как остался искореженный, когда я его снимала, ну, 15-го как раз на праздник. Так вот он и остался, в принципе. Никто сейчас его поправлять не будет. У нас, да, вот еще коротко скажу. Не было сильных штормов, но было юго. Оно тоже относительно сильное, и оно с моря горяченный, очень сильный ветер. И он, видите, подтачивает все-таки эту сторону, размывает. Интересно, местами кажется, что море поднялось, а местами, что-то там дрон, что ли, наверху, а местами, вот как здесь, кажется, что спустилось. Что прям так ушло вниз, и вот камни сплошные на берегу. По прогнозу, кто остается сейчас, туристы, супер классно для отдыхающих. Вся неделя следующая до четверга, пятница, следующая неделя. Сегодня у нас суббота, значит, еще неделю. Абсолютно стабильная погода, без перемен, жарко, до 35. И, в общем-то, ну, и днем, и ночью. Море теплее, чем, например, даже когда мы были дни 5 назад. Во время как раз этого, ну, как пока штормило слегонца, это юго. А море, да, здесь реально спустилось, слушайте. Море очень теплое, в 7, в 9, вот сейчас уже ближе к 10.
как днем. Значит, нет вообще никакого расхлаждения. И, естественно, тот, кто приехал отдыхать, загорать и плавать, им сейчас прям кайфово. Мы же ждем уже осени, в принципе. Есть, конечно, иногда такая тоска. Вот, прошло еще одно лето, да, там, туда-сюда. Новое настроение, новая атмосфера, осень. Но хочется свежести, хочется прохлады. Хочется уже, в конце концов, вдохнуть полной грудью, блин. Так что еще неделя, а там, я надеюсь, что числа 10-го, 15-го, ну, хотя бы бабье лето. Хоть какой-то дождик, хоть какое-то освежение. Пусть даже до конца сентября будет еще сезон. Но чтобы мы могли выдохнуть, передохнуть и ночами спать нормально. Без кондера, блин, кошмар.